Первоуральск станет местом проведения окружного молодежного съезда. Уже в июле к нам приедут известные политики, артисты, ученые и почти 1500 активистов со всего Уральского федерального округа. На 10 дней наш город станет главной площадкой форума «Утро-2020». Местом проведения станет ФОК «Гагаринский». На его территории развернут 12 образовательных площадок по направлениям наука, инновации, культура, спорт и национальные проекты. Участники будут обсуждать возможности развития экономической и социальной сфер. Молодежный форум «Утро» проходит с 2013 года в разных регионах Уральского федерального округа. В состав оргкомитета форума входят региональные министры, редакторы вузов и глава Первоуральска Игорь Кобец. Форум проводится во исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина в соответствии с основаниями государственной молодежной политики.